Сегодня утром глава региона провел рабочую встречу с министром финансов, где подписал проект бюджета на 2018 год и плановый период. В нем ранее документ был одобрен областным правительством. Ознакомиться с проектом теперь предстоит парламентариям. Задача у нас стояла у всех достаточно простая. Мы должны до 10 октября подготовить проект бюджета Ульяновской области и внести его в законодательное собрание, в общественную палату для первых слушаний. По сравнению с первоначальным проектом, с учетом федеральных средств, доходы увеличились на 9 миллиардов и составили чуть более 48 миллиардов рублей. На 6,5 миллиардов, соответственно, выросли расходы. В целом, доходная часть у нас сформировалась по собственным доходным источникам, это 41,2 миллиарда. При этом, по-прежнему, основными тремя доходными источниками у нас остаются акцизы 13,5 миллиардов, НДФЛ у нас 10,5 миллиардов и 9,2 миллиарда – это прибыль. В первом чтении проект закона будет рассмотрен уже 25 октября. Дарья Сударева, новости Ульяновской правды.